Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня будем играть в замечательную игру Трепет, Fibrillation. Мы не теряем сердце. То, что видно, оно имеет место быть. А то, что не видно, оно вечно. Остальное не успел, к сожалению, прочитать. Так, ну, что мы слышим? Сохраняйте свою силу. Хорошо. Так, мы слышим то, что подъехала скорая помощь. Вытаскивают какие-то носилки. Так. Что за куча какая-то? Играю первый раз. Too bright. Where's that light coming from? Да что ж такое-то? Откуда идет этот свет? Так, наверное, нужно бежать туда, да? Так, давайте попробуем. What's up? Угу. Что это? Что происходит? А, ох ты, фракталы какие-то. Что за фракталы? Здорово. Мне это нравится. Ой, тише. Ты чё? Так, Space Jump. Отлично. Hey, what's going on here? Что происходит? Извини, не знаю, сейчас узнаем вместе с тобой. Так, левая кнопка мыши «Закрыть глаза». Ага, все, понял. Можем закрывать глаза, значит, нас здесь что-то ждет пугающее. Вообще, это написано мини-инди-хоррор. Давайте посмотрим. Что за чертовщина здесь происходит? Ой, как интересно. Графика мне нравится, очень даже симпатично, очень красиво это все сделано. Интересно. Так. Там тьма, туда я не пойду. Пойдемте на свет лучше. What? Ой, 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 что такое? Тише, моргай. Вот это-то-то. Ёлки-палки, что там было? Там какие-то глаза были такие, рожа какая-то большая была. О, так, начинается. Окей, смотрим, что дальше. Что-то как-то его... Плющит слегка. Ладно, пойдемте туда. Ой, блин! Куда ты пополз? Ты кто такой? О, блин. Полный хаос, он говорит. Я проснусь, я в любом случае проснусь. Я тебе желаю удачи. О, так. Чё тут? Ой, кошмар какой. Ой, так, коробки. Лестница. Коробки. Так, коробки прыгать. А, мы же можем прыгать через коробки, да? Так. Ага. Вот. Опа. Не открывается. Хода нет. Дальше посмотрим. Что такое? Так, какие-то лампы. Что за табличка там горит? Ага, это просто свет. Куда идти? Куда? Как выход? Где? Ой-ой-ой. Что это здесь такое вообще? Как интересно все прорисовывается, мне это нравится. Фух, ну вот это я, конечно, трухнул от души. Так, лестница. Нет, здесь мы не пройдем к лестнице. Нам надо, наверное, как-то к лестнице теперь пройти, да? Окей, сейчас пройдем. Так, вот, наконец-то забрались мы на лестницу. I really don't like this. Мне правда не нравится это. Ну еще, мне тоже не нравилось. Какие-то странные звуки, какие-то черви ползают. Или что это такое было непонятное? Червь с глазами. Так. Тихо. Что за шум? Тихо, кто-то по лестнице идет, такой шум. Ничего не понятно. Блин. Вроде ничего страшного, никаких скримеров нет, но вот эти вот вспышки яркого... What happened? Света. Что происходит? Куда идти? Где посветлее? Открывайся. Нет, не открывается дверь, блин. Куда? Безысходность, ребятушки. О, Fibrillation. О, вот свет, говорит, свет ярко. Так, кто-то плачет. Mary. I can hear you, Mary. Мария, я могу тебя слышать. Мэри, Мария. Ой, лестница вниз, светло, ура!
Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что нас, видимо, сбила машина. Потом к нам приехала скорая помощь, нас положили на носилки, и это происходит в его разуме. Я описание не читал, поэтому я не знаю. Я просто скачал и начал играть вместе с вами. Так, тьма. Дальше идем. Тут еще темнее, я не знаю. Так, пройдем сюда. Эй, стой, стой, как так? Куда? Что за ерунда? Блин, не может быть. Так, там же комната была какая-то. Я шел к лестнике. Блин. Моргай давай, моргай. Что мы можем? Мы можем только моргать, прыгать и бежать. Все, и дышать глубоко. What the hell is going on here? I don't like it. Вот это мы можем, да. Так, ладно, идем дальше. А я иду, играю в Fibrillation. Иду и не знаю, куда идти. Так, силы у меня кончились, надо... Нам писали сохранять силы. Окей, дверка. Интересная конструкция. Дверь, ручка, ничего не делается? Нет, с ручкой мы ничего сделать точно не можем. А, побежали дальше. Бам-бам. Ого, что за трубы какие-то? Или что это такое? Провода какие-то, я не... Ай-яй-яй. Кто, чё, где? Тихо-тихо-тихо. Моргай. Что за ад? Что за звуки? Что за статика? Интересно, кстати, очень оформление, необычное. Это не тот же самый Слендер. Тихо. Где? Что такое тревожное? Что так тревожно, друг мой? Ой-ой-ой. Бочка. Дверка. Нет, не работает. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, наверное, нам нужно сюда упасть, я так понял, да? Ага, вот, вход. А, тихо-тихо, мужик. Не падай. Так. Оп. Так, отлично, спустились. Ой, мама! Тихо, что ты? Блин, ворона. Или кто это? Фу, ужас какой, ребятушки. Ребятушки. Опять все сереет, опять его плющит. Блин, я вот эту ворону вообще напугался. Такой тревожный звук прям. Кар-кар-карыч. Кар. Эй, не надо, ты чё? Нет, куда? Куда? Тихо, друг мой. Ты куда летим? Чё? Нет. Да как так-то, ну, ребятушки, ну? Что делать-то надо? Может, куда-то бежать надо, нет? Ну, двигайся, давай, двигайся. Ой, белый свет. Dream? Сон? Dream is taking forever. Этот сон nightmare. Будет продолжаться вечно. Enough. Это кошмар, хватит, прекратись. Я тебя понимаю, мужик. Но... Так... Так, куда? Опа! Ага, конечно. Ну, естественно, это лабиринт. Мы запрыгнуть не получилось у нас. Во всяком случае, у меня это не получилось. Куда бежать, я не знаю. Хоть какая-нибудь бы... Вот, провод какой-то. Давайте побежим по проводу. Вот поэтому, наверное, я думаю, это будет логично, да? Да, да. Тихо. Ой! Бежит электричество. Так, ладно. Надо заканчивать с ужастиками, с хоррорами. Но это у меня своего рода отдых. Так, надо вот сюда, вот по проводу же бежим. Что там, круги-то писать, да? Ну, давай. Ну, отдыхай же уже. Ну, что ты как валенок. Давай. Я делаю небольшой отдых. От олдскульных игрушек. От 8 биточек, от 16 биточек. Поэтому сейчас с вами играем. Fibrillation. Так, конечно же, ждет еще много интересного, естественно. Но пока идем по проводу. И опять, наверное, сейчас по кругу будем ходить. Что-то у меня такое ощущение, что... Хотя, а может быть и нет, ребят. Ну, красиво, оформление шикарное, графика шикарная, звук вообще обалденный. Мне нравится, как вот все это действует в колонках. Фу, в колонках. Говорю, да уж, какие колонки? От страха аж заболталось, как всегда. Ну, это вы уже привыкли, поэтому чего уж там.
Чушь там. Так, далее, давай, да, ну, что ж ты так быстро устаешь-то, моргай давай. О, а что там тьма? Ну ладно, давайте попробуем по проводу сперва. А потом уже будет видно, что и как, да? О, что-то есть, так. Да ладно. Неужели я пришел к этим же доскам опять? Да не может быть, да нет. Не-не-не-не-не. Не надо. Вот это вот не надо, а. Да что ж такое-то, ну. Как я не люблю лабиринты, а. Это же беда просто, ребятушки. Да, 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 мы пришли снова сюда. Вот наши доски. Сейчас мы с вами попробуем туда пойти, где я видел что-то темное. Так, ладно, давайте попробуем сейчас. Ну что ж ты так быстро устаешь-то, ну. Это же сон, ты должен... Хотя нет, вы же знаете, да, что во сне бежать невозможно просто. Прыгать. Так. Давайте попробуем туда вот во тьму побежать. Или это эффект такой? Нет, там такого эффекта нету, значит сюда. Окей. Побежали. Наш любимый провод. Так, опа-па-па-па, вот. Что-то меняется, сердце у него колотится. Давай же, друг мой. Давай, друг, ты сможешь. Так, 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 так. Побежали, побежали, побежали. Всем бежать. Так, все побежали. И я побежал. Хорошо. Будем развлекать себя вот такими воспоминаниями из старых фильмов. О, вон дымачок, дымачок. Побежали к дыму. Дым, подожди меня. Я хочу к тебе. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, чё ты устаёшь-то так быстро, ну, друг, ну. Ребята, это беда просто, это просто беда какая-то. Так, ладно, будем бежать за дымом. Будем внимательно смотреть, куда что перемещается, потому что надо внимательно играть. Так, ворона была правильно, то есть ворона нам указала путь, что нужно сюда. Но это я опять-таки... Так, ты моргай. Моргало выколю! Хулиганы зрения лишают! Так. Нет дыма. Вот это вот туман. Дымки вот этой, да? Нету тумана, дымки, или как правильно назвать. Скорее всего, дымка какая-то. О! А, это точка какая-то была. Так, ладно. Ну уже, ну. А, вот, 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 дымочек. Бежим, бежим, бежим. Что-то там вроде бы виднеется, что-то начинает прорисовываться. Ну ты устаешь, конечно, быстро, чувачок. Вот это обид. О, вот, 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 дымок. Идем, идем, мы идем за тобой, идем, идем. Все нормально. Сейчас, 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 сейчас. Так, отлично. Вот она. Так. Фу, ребят. Ой, мама! Ай-яй, тише, 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 куда? Что, 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 что? Тихо, 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 тихо. Ой, мама! О, во-во-во-во, путь! Они показали нам путь. Спасибо, вапи белые. Вороны. Нет, я не понял. Я же здесь как-то... Да ладно. Получается, мы спускались по этой лестнице. Моргай, моргай, ублюдок. Так, и что дает нам вот эта башня? Тихо, тихо. Ну что ж ты так... Статика-то такая страшная. Ага, вот. По мосткам, по мосткам, по мосточечкам. Мы бежим вперед. Так, здесь вот тоненькая дощечечка пошла. Давай же, давай же, давай. Ты сможешь, это сон. Давай, давай, давай. Все нормально у тебя будет. А, тихо, не падай. Главное не упасть, главное не упасть. Вот это будет вообще обидно. Если я шваркнусь, ему придется заново вот этим по лабиринтам бродить. Не надо. Не надо делать этого. Так. Вот. Все прекрасно. Все отлично. Отлично. Что за объекты там какие-то непонятные в воздухе, да? Так. Оп. Папа. Так, 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 так. Картинка меняется, что-то происходит. Отдыхай давай, отдыхай, отдыхай, друг. О! Как так? Как что это такое? Что за дверь? Я ж только что пришел с дощечек. Давай моргай уж быстрее, давай, давай, отдыхай, друг. Надо сохранять силу. Да не может быть.
Да ладно. О, интересно, девки пляшут. Этажи? Вниз? Угу. Интересно. Так. Окей, я не знаю, наверное, скорее всего, вам будет, наверное, это скучно смотреть, да? Хотя мне играть интересно. Это все-таки как-то вот хочется узнать, что же в конец-то, где, что, кто такой, что за червяк, где я, что такое происходит. Непонятно, что происходит, конечно, но мы снова спускаемся вниз. Опять, наверное, вот в эти вот катакомбы какие-то там с ящичками и полками большими. Ладно, сейчас будет все это... Дырка. А дырка в полу. Что такое дырка в полу? Ой. Ой, ну вот это... Сокращаем путь. Так. Ладно. Ей-ей-ей-ей-ей, тихо. Так, дверь. Угу. Снова вниз. Так, птицы махают крыльями. Улетят на юг, птицы улетят. И вернутся только на раз. Так, на раз, два, три. А да раз, два, три. Давай же, гребаный ублюдок, беги по лестнице, беги поди. Так, давай, 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 давай. Да что такое? Нет, туда не вернемся. Просто, наверное, сейчас это будет эффект такой, да? Как он называется-то, я забыл. Как-то эффект... Нет, не эффект. Какая-то психологическая игрушка. I like it. Fibrillation. Игра Fibrillation. Угу. Fibrillation's good. Окей. Будем смотреть. Побежали, побежали, побежали. А давай, ублюдская кегля, побежали. А мы должны добежать с тобой до финала. А зрителям интересно так же, как и тебе. Что же будет в конце? Так. Угу. I've been here before. Я здесь был раньше. Да-да-да, вот-вот-вот, мы бежали с вами к этой лесенке. И что же дальше? Друг мой. Оказывается, вот, все просто было. Тихо, тихо, тише, тише. Вот вход. Какой-то ход. Ход твоих мыслей мне понятен. И снова вниз. Да что такое? Ну, ребятушки, октябрятушки. Мурашки бегут прям вот когда... Когда попадаешь на какую-то новую локацию, прям мурашки бегут все ниже и ниже. Давай, лампочка, освещай, освещай полностью. Нам нужно видеть, потому что иначе будет тьма тьму... Тьму... Блин! Тьма тьмущая. Я что-то... А. Тихо. Тише. Вот эти вот вспышки, это классно сделано. О! This place looks real enough. Это место выглядит очень странно. Угу. Проклятые птицы! Что вы делаете здесь? Дерьмище, оставьте меня в покое. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай. Нет, не сюда. Тут тьма. Это что такое? Что за ерунда? Это, по-моему, у него все из головы вот это берется, я так понимаю, да? Давай-давай, побежали, побежали. Куда-то дальше надо же бежать, надо двигаться, друг. Иначе мы здесь как тюримся с тобой сейчас на пару. Тихо. Тихо-тихо, тише. Так, дверь закрыта. Дверь закрыта, ребята. Я что-то вообще... Не сюда нам, нет? Это электрощитовая вообще-то. Нет, сюда мы не пройдем. Так, здесь тоже не пройдем. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон лестница, лестница, лестница. Как-то туда добраться нам надо, да? Я так понимаю, каким-то образом мы должны туда попасть. А, вот сюда надо. Shit! Эй, тихо, тише, тише, тише. Не шуми ты так. Щет. Дерьмище. Опа, папашеньки, папашеньки. Панамерикано. Панамерикано. Папа.
Так, куда-то мы пошли вот сюда, налево, да? Фу, я уж стороны от страха аж перепутал, наверное, налево. Какой лево, наверное, или направо мы пошли? Я что-то не... О! Окошечко. И что дает? Ничего пока не дает это все. Так, ага. Так, ну здесь мы не были, я что-то не помню вот этих вот коридорчиков. Или же все-таки мы бегаем по кругу опять снова? А, нет, все правильно, лесенка. Дверца. Дверца не открывается, естественно. Сюда. О, мы здесь не были. Но мне что-то такое ощущение, что мы бегаем по кругу. Сейчас мы придем к тем же бочкам опять. Или же... А, нет. Мы идем вниз. Лестница. SCP Containment Bridge. SCP-087B. Нет, не надо. Не на... Ну, отдохни, друг. Ой, бабочки. Бабочки летают, бабочки. Тихо. Тише, друг мой. Тихо. Да, такое ощущение, что мы лежим в палате. И нас пытаются оживить. Ой, мама, нет, нет, побежали. Убегай, не останавливайся. Фу. Да, окей, мужик, я тебя понял. Так, я тебя прекрасно понял. Сзади червячила. Давай, друг. Ну, давай, беги же. Давай. Ты сможешь, давай, дружище, пирожище. Тихо, я не хочу смотреть на... Бабочки. Так, давай, друг мой, давай. Это шедевр, ребятушки, это шедевр. Мне нравится эта игрушка. Она вот именно... окутывает своей внезапностью, вот этими эффектами, вот этим вот. Ай, блин, нет, не надо. Тишка, побежали. Я нарвался на червячка. Нет, только не это, нет, я уйду. Ой, нет, обратно. Тихо, давай, нет, что происходит вообще? Все черное. Куда бежать? Я не пойму, ребята. Ну, это... Здесь больше... Я буду здесь стоять. Тихо. Тише. Давай, заходи в дверь. Ребятушки, они ползут. Я не знаю, что делать, ребята. Ребята, они... Это черепа какие-то, смотрите. Да, они меня караулят. А может, надо... Так, один уползает. Давай. Они оба уползли. Так. Тихо. Чё такое? Нет, как так? Не надо. Тише, друг. Тихо. Побежали. О-о-о. Вот это да, вот это, ребят, потрясение. Конечно, это шикарная игра. Психологическая игрушка. Очень надо аккуратно, внимательно всё-таки здесь как-то... Бабочки летают. Тихо. Бежим вниз. А мы бежим... Сердечный монитор? Здесь? Ага. Это пульс. Это наш пульс бьется, ребятушки. Мы, наверное, правильно идем. Я уверен, что мы куда-то, наверное, идем про... Ай! Японский бог! Тихо. О. My heart. Мое сердце. Это было мое сердце. О, мы видим врачей, ребята. Это. Да, все правильно, я понял. Мы лежим с вами на столе. На операционном столе. Что же будет дальше? Поднимаемся все выше, выше и выше. Вот она, вершина, ребята. Shit! Черт!
fucking asshole with a camera doesn't jump out of a corner right now screaming you're on candid camera, then there's only one other possibility. I'm dead. Какой-то любой ублюдок бы сейчас побежал с этого обрыва, прыгнув вперед, но я, походу, труп. Я труп, ребята. Беда. Это беда полнейшая, причем. Надо. Я так понял, нам нужно бороться за свою жизнь, да? Окей. Бежим, бежим. Куда глаза глядят? Где можно, туда бежим. Пробуем. Пробуем все варианты. Нужно остаться в рассудке. Но я уже офигеваю просто с этой игры. Это просто шикарная игра, ребят. Действительно. Заслужив внимания. Не зря, получается, я ее скачал. Все-таки мне она нравится. Так, куда же дальше-то? Что за фигня? Мои легкие просто умирают. Да, друг. С легкими, конечно, проблема. Все, он совсем уже не может, ребят, бежать. Он бежит, но очень быстро устает. Это просто... какая-то жесть. Так. Куда бежать, друг? Куда? Куда? Сюда? Я начинаю путаться уже, ребят. Это реально сложно. Ориентира никакого совсем нет. Все только полагаемся на его реплики. Так, ну что же. Так, ну давай же, друг, давай, давай, найдем выход из этой ситуации. Давай, давай, мой хороший. Мой хороший, давай, побежали. Куда-то мы должны выйти с тобой. Угу, дорожка. Какая-то псевдо, как будто бы. И снова мы прибежали на эту вершину, да, я так понял? Или же нет? Прыгай же. Ну уже запрыгни, 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 ну что ж ты? Дружочек. Ну уже. Нет, получается у тебя. Ребята, мы здесь были. Да, 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 да. Мы снова здесь были. Снова прибежали. Да, да, да. Так, хорошо. Пробуем бежать сюда. Вот здесь мы не были. Так. Давайте попробуем бежать куда-то сюда. Ох и длинная серия. Ох и длинная серия. Это кошмар просто. Но здесь сохраняться нельзя. Здесь никак нельзя сохраняться, потому что... это такая игра, по ходу дела. Кнопочек. Вот, когда запуск лаунчера я запустил, там были настройки. Сохраняться там нельзя. Ладно. Окей. Сейчас, сейчас, сейчас. Нужен, 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 друг мой, друг. Куда же мы с тобой бежим? О, вот этой бочки не было. Вот. Ориентир есть немножко небольшой. Какой-никакой, но ориентир. Здесь тупичок. Окей. Фух. Я бегу, бегу к тебе, навстречу звезде. Так, ладно. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Угу. Так, здесь мы, походу, еще не были. Или же были. Я просто тупо хожу кругами. Так, вот здесь мы не были. Здесь вот поворотик такой. Но как результат мы прибежали обратно. Далее. Назад обернуться ничего не изменится, там как всегда. Тут любят в этом проекте так делать, да? Так, что-то я вот проморгал. Так, поднимаемся наверх. Куда-то идем опять наверх. Опять, ну, сейчас мы выйдем к этой вершине, то есть к центру, да, где мы изначально... откуда изначально начали движение свое. Вроде бы туда же идем, да? А нет, ребятушки, тупичочек опять. Снова тупичок, вот сюда надо бежать. Угу. Так, вот буду бежать к тому проводу, ту сторону, вот туда. Вот, к этому большому толстому проводу, который шел над тем, когда мы с вами бежали по периметру
длинного атриума наподобие, да? Давайте попробуем сюда. Так, вот эту дощечку я помню прекрасно. Вот, лесенка. Все. Все у нас налаживается. Все, мы сейчас все сможем сделать, давай же. А давай, друг мой, забирайся на эту лестницу. Давай, мой хороший. Побежали. Мы тебя поставим на ноги, ты выживешь, давай. Какой длинный геймплей, а. Какой длинный летсплей. Летсплейшка. Угу. Тише, не надо вот так. Ой, ребятки. Опа! Отлично. Мы это сделали. Так, дощечечка. Дощечечка нам поможет. Давай. Давай, мой хороший. Беги. Ты сможешь. Давай. Так, а здесь-то куда бежать? Давайте попробуем сюда. Окей. Так, здесь мы перепрыгнуть сможем? Я думаю, что мы сможем перепрыгнуть этот лабиринт. Так, давай. Опа-чина-на. Нет, не получилось. Так, ну что, бежим обратно к лестнице. Беда. Беда не приходит одна, но ничего не поделаешь. Или давайте я, наверное, лучше сделаю паузу, добегу до лестницы, вернусь до этого момента, и мы с вами продолжим, чтобы не громоздать бесконечные минутки. Хотя мы уже прибежали к лестнице. Окей. Да-да, не буду ставить паузу. Так, ладно. Будем играть full play. Только full play. Вообще, это напоминает чем-то один фильм. Я не помню, как он называется, но у меня такое ощущение, что что-то в этом есть, несомненно. Несомненно, что-то в этом есть. В этом... Так. А давайте мы попробуем... А может, мы не будем пробовать, да, дядя? Чё пробовать-то? Давай поищем. Может, где-то дверка есть сзади какая-нибудь, нет? Нет, к сожалению, дверок здесь нету. Так, вот эту трубу я точно видел. Мы с вами ее вместе видели, эту трубу. А трубошататель. Так. Ай-яй-яй, ладно. Так, если... Если будет хорошо, то, конечно, хорошо. Так, сейчас разгон попробую наберу. Наберу разгон, бег включу. Давай же. Опа! Вот молодец. Так, дальше давай. Дощечку вижу. Вижу дощечки. Или не вижу. Так, тут его сильно плющит, что я теряюсь в догадках. Так. Давай, друг. А, наверное, не сюда. Наверное, вот надо все-таки с угла прыгать, да? С угла на угол. Так, я назад не упаду никуда. Нет. Давай. Оп! От, не молодец ты, нифига. Так, ладно, беда. Возвращаемся на исходную. Так, ну вот это, конечно, скучно. Вот это зря они сделали. Вот так вот это меня начинает уже немножко расстраивать. То, что вот этот бесконечный путь надо проделать непонятно какой-то. И лестница где-то здесь, да? Где-то здесь наша лестница сейчас будет. Где-то она здесь. Давай мне лестницу. Вот она, лестница. Окей. Третий раз, ребят. Третий раз должен быть удачным. Ну, давайте, наверное, на паузу все-таки нажму. Давайте, встретимся с вами, когда я уже доберусь до туда.